Идея Russian Startup Tour зародилась именно в Росмолодежи в рамках Зворыкинского проекта. Зворыкинский проект – это программа поддержки молодых ученых и авторов инновационных идей на ранних стадиях. Основная цель Зворыкинского проекта – это дать возможность тысячам молодых ученых реализовать свой научный потенциал в России, стать богатыми и успешными за счет коммерциализации своих инновационных идей. Это уникальная площадка, которая включает в себя неограниченный набор возможностей, которыми располагают институты развития. В течение года проводится ряд мероприятий в рамках Зворыкинского проекта, а также реализуются две федеральные программы. Это IT-старт, программа поддержки проектов в сфере IT, и также Менделеев ПРО, программа, которая нацелена на выявление наукоемких проектов в области медицины и биотехнологий. Читайте в еженедельнике «Комсомольская правда». Расписание самых зрелищных соревнований Олимпиады. Привычки, которые помогают стать богаче. Российские звезды срочно скупают недвижимость в Майами. «Комсомольская правда». Узнайте больше.